Всем привет, дорогие подписчики, а также зрители нашего канала. С вами The Dog Father. Как вы помните, в прошлой серии прямо у города Лариса мы провели ожесточенную битву с греками и надавали им по шапке. Готовы. Гнали просто ссаными тряпками. Отбили город от осады. И, собственно, у нас теперь вот такая вот армия здесь есть. Так, давайте сделаем, пожалуй, ход. Очень жестокая была битва, и мы в ней одержали сокрушительную победу над врагом. Стать протекторатом. Опять. Греки нам это предлагают. И атакуют Афины после нашего отказа. Стягивает свои силы к Афинам. То есть он отхватил у Ларисы и стягивает на Афины. Но Афины у нас крепкий город. Хорошие стены, в отличие от Ларисы той же. Я думаю, мы сможем в любом случае выдержать любую осаду в Афинах. Если, конечно, он не направит туда супер навороченную армию. В чем я сомневаюсь. Потихоньку, но мы ослабляем наших врагов. Пока что мы ничего не захватываем. Мы просто пытаемся выжить. Пытаемся... Так, флот, давай домой. Отхватили несколько раз. Теперь восстанавливайтесь. Итак, как я уже и говорил, мы пока что ничего не захватываем. Мы пытаемся выжить. Пытаемся отбиться от многочисленных ударов, которые сыпятся на нас со всех сторон, и с севера, и с юга, и с запада. То есть с севера на нас греки идут, с севера идут скифы, с юга идут греки, с запада на нас нападает Брут. И плюс еще там дом Юлиев, дом Сципионов и дом, вернее не дом, просто Сенат. Они, конечно, наши враги, военные, но какие-то они пассивные. Давайте пока греки стягивают силы к Афинам, мы попробуем взять Фермон. Не знаю, получится или нет, но если мы возьмем Фермон, я думаю, мы направимся прямо к Коринфу и освободим наш город. А потом будем голодом морить Спарту. Так, возьми Фермон. Ага, у него там крупные силы, довольно-таки. Агент разоблачен, постройка завершена, итоги хода. Посмотрите. На два фронта у него. Так, 63 доход, это не дело. Финансы. Так, ну прогноз пока что не такой хороший, но по крайней мере мы не будем уходить в минус. Выставил везде высокие налоги. В некоторых городах очень высокие. Ага, напал. Ну, посмотрите, 790 у нас и больше 600 у него. Даже больше 700, я бы сказал. И силы практически равны. Практически. Чуть-чуть они перевешивает как бы не в нашу пользу. А так, я думаю, мы справимся в легкую. Мы не такие битвы с вами разруливали. Так, скипаем речь. Опять он там про запах втирает. Вот в чем была моя ошибка. У меня не было конницы. А теперь, когда она у меня есть, я буду применять тактику Blitz Annal Creek. И будем втыкать всем. Любой отряд можем разбить. Ну, пока что любой. Думаю, в дальнейшем как создать какую-нибудь топовую такую армию, элитную гвардию, где будут
тяжелая кавалерия, тяжелая пехота, застрельщики нормальные, лучники, там, я не знаю, легкая кавалерия, все что надо, осадные машины. Но пока на это все у нас нет времени и нет средств. Мы пытаемся выжить, тупо выжить. Ну, в данный момент, конечно, мы пытаемся захватить город Ферон. И как он называется, я забыл. Хоть как-то же надо враги привели на поле боя подкрепление. Контратаковать все-таки врагов. В надежде спастись. А то мы все защищаемся, защищаемся и потихоньку города свои оставляем врагам. Этого нам не надо. Мы оставили им Коринф, и нам надо как-то восполнить эту потерю. Чем, собственно, мы и занимаемся. Так, застрельщики, выступайте сюда. И ополчение, прикрывайте. А с вами, мы будем сейчас разбираться с помощью кавалерии. Блиц Анал Крик. Хорошая тактика, всем советую. Особенно, когда у вас много кавалерии, это очень спасает. Конечно, мне бы их переобучить, особенно вот этих македонских всадников из 8 человек и 3 галочки бронзовые. Они скоро так до серебра дойдут, лишь бы не потерять их в данном сражении. Так, все, начинайте по крестьянам работать. На быстром марше, на ускоренном марше. А тем временем у нас здесь какая-то проблема. Так, не углядел подкрепление. Они уже подошли. Это плохо. Так, застрельщики чуть-чуть назад. Гоплитов вот так вот поставим. Вот так точнее. Так, ну все в принципе. Ускоренный марш. Застрельщики. Побыстрее давайте, ребята. Так. Успеем ли фалангой встать? Нет. Успеем. Тем временем наша конница разобралась с крестьянами. Ну, это было просто. Это же крестьяне. Никакой угрозы они не представляют. А это у нас военачальник. Первый военачальник. У него еще есть подкрепление, поэтому надо будет как-то обоих их положить. Ну, у нас тоже два военачальника. Каждый управляет своей группой кавалерии. Ой-ой-ой, вот и военачальник, да? Тяжелая конница даже. Так, вы, собственно, атакуете вот этих гоплитов. С вами что делать? Так, пусть два отряда, а вы вот сюда встанете и зайдете с фланга. Постарайтесь зайти. Да, я тупанул, не надо было мне туда ставить наших гоплитских ополченцев с застрельщиками. Надо было что-то другое придумать. А конники вот хорошо работают пока что. Пока что славно даже. Так, давайте поближе подойдите. Так, один отряд уже побежал. Наш отряд. Гоплитов. Печально. Давайте, копейщиков. Копейщиков бейте в задницу. Блиц Анал Крик работает. Че это вы побежали? Вы что? 41 человек, ну куда вы бежите? Так, я здесь вряд ли им смогу помочь чем-то. Эти все не могут догнать военачальника. Группа 2. А группа 1
Давайте окружать их. Да. 16 капитов. Ну, лечь, лечь. Так, давайте быстрее уже с этим военачальником разберитесь. Конный застрельщик у него там. Так, бейтесь, бейтесь до конца. Не отступать. Так, 21. Кто это? Ага, вы убегали, наверное, да? Вот стойте тут. Да, эту часть армии нам разбили. Очень жалко. Так, что с конницей? Слава, о, догнали. Богам. Ну, молодцы. Вражеский полководец убит. Теперь ужас поселился в сердцах наших врагов. Не уверен насчет ужаса. Не выглядят они напуганными. Баланс сил на их стороне пока что. Как бы не всосать. Настолько только конники и остались. Этих сейчас уже добьют. Ой. Ну, хоть эти вернулись. 41 человек. Хоть это радует. Остальные все бежали. Трусливо бежали и покинули нас. Его силы все раздроблены. Все где-то ходят непонятно где. Надо этим воспользоваться и по-быстрому, поодиночке их разбить, пока они раздроблены, собственно. Так, давайте мы сделаем вот так, наверное. Одни, значит, будут заманивать, а другие будут бить. Заманивать будут вот эти генералы. Нет, не будем включать способность им клин. Без клина обойдемся. Annual Blitzkrieg не подразумевает атаку клином. Это особая тактика. Особое искусство. Зайти противнику спереди и сзади. И вовремя ударить его. Так, давайте на ускоренном марше, наверное, пойдите. Вот так. Так, ускоренный марш. Готовимся. Annual Blitzkrieg. Вот теперь мы их зажали. Вот так. Отлично, отлично. Лишь бы не потерять военачальников и 8 македонских всадников наших. Так, да ты чё? Дерзкий такой, да? Ну давай, давай. Давай, пободаемся. Так, 2 отряда конников бежало, это позор. Отлично, забили. Забили полководца. Время. Второй полководец погиб у них. Это радует. Очень радует. Они обезглавлены дважды. Так, надо как-то сконсолидировать наши силы. А то у нас 2 отряда бежало, и теперь какой-то хаос. Все, можете не гнаться за ними. Они напуганы, раздроблены и усталы. Усталы. Устали. Хотел сказать усталые, сказал усталы. Заговариваюсь, извините. Вы же меня простите, дорогие подписчики, правда ведь?
Так, объединяем армию. Давайте по уму сделаем. Значит, у каждого будет свой отряд. У каждой группы будет свой военачальник. 6 человек, и уже до серебра дошли македонские всадники. Первая серебряная галочка. Их бы переобучить, и так до золотой недалеко. Надо не забыть про них. Очень хорошие, кстати. Хорошо себя зарекомендовали они. И посмотрите, наш военачальник, который лидер фракции, тоже 3 бронзовые галочки у него. Так, давайте сюда выстраивайтесь. А вы тем временем на ускоренном марше пойдете. Например, на пельдстатов. Нет, рано. Нам надо их зажать. Вы что, ребята? Не надо так. Сломя голову, бежать на копья. Вы же не дурачки, правильно? Я говорю, на пельдстатов идите, что вы встали? Так, вот здесь сложнее. Здесь целых 4 гоплитских отряда. Надо их как-то... И они все рядом, видите? Надо как-то их по уму зажать. Только как? Может быть, на них пойти? Пока они одни. Подудим. И оттягиваемся назад. Так, вы разобрались, да? Да. Молодцы, ребята. Теперь становитесь здесь. На ускоренный марш. А вы становитесь здесь. А вы... Так, это кто? Крестьяне? О! Давайте. Почему бы и нет? Как раз я вас хотел в эту часть и отправить. Так, вы вот сюда. Так, вы тоже. Что-то их там мало. Вы сюда. Угу. Он на главнокомандующего отвлекся и оттягивает силы туда. Тем временем один отряд не знает, что делать. Вот вы-то мне и нужны. Даже не один, а 2 отряда, да? Ну, я думаю, успеем один отряд зафигачить, а вы давайте отвлекайте их. Походите, что ли. Так, давайте поближе. Уходим! Что-то он как-то себя странно ведет, непонятно. То туда идет, то сюда идет. Не знает, не может определиться, кого атаковать. Стоп. Сюда бегите. О, один отряд побежал. Отлично. Я думаю, они вернутся. Это ж греки. Ой-ой-ой, слишком близко подошли. Давайте. В атаку. Нет. Рано. Вот сейчас. Анал Блицкрик. Пошел. Давайте. Сразу назад. Быстро. Отлично. Побежали. Ну, как я и говорил, тот отряд вернулся.
Слишком близко подошли к нам. Входим. Сейчас они чуть отбегут и, в принципе, можно атаковать их. Вот, давайте. А вы займитесь вот этими 8 одинокими гоплитами. Надеюсь, справитесь. Конечно, справитесь. Пока эти бегают, надо их убивать. Пока они беззащитны и не опасны, их надо убивать. Вот так. Видите? Потихонечку мы их наказываем. Блиц Анал Крик работает. Еще 8 одиноких ополченцев. Ой-ой-ой, что ж ты бежишь-то сразу? Не надо так. Отлично. Вот еще один отряд остался в одиночестве. Сейчас мы с вами побеседуем, как мужики, по-взрослому. Вы же нас атаковали, союзники, да? Вы же такие все крутые. Протекторатом хотите нас сделать? Ну-ну. Как бы не так. Заходим сзади. Вы сбоку, с фланга будете бить, а вы по центру. Сейчас, ребята, давайте ускоренный марш. Вот сюда. Так, давайте. Бейте их. Вот так, то, что надо. Вы можете возвращаться, ребята. Мы тут без вас справились. Вы, конечно, молодцы, то, что отвлекли 2 отряда. Вы просто молодцы. Все обессиленные, все усталые. Надо им дать чуть-чуть отдохнуть. Сразу расставим войска по-удобному. Пусть идут и отдыхают. Так, по новой давайте. Первый отряд. Второй, третий. Так, первый сюда. Второй сюда, а третий вот сюда. А эти пусть стоят и отдыхают. Их слишком мало, я не хочу их потерять. Как бы поэтому я их в сторону чуть отвел и не объединил. Остальные, в принципе, более или менее насыщены войнами. То есть ниже 30 ни у кого нет, это радует. А эти могут погибнуть, я не хочу жертвовать ими. Тем более 6 македонских всадников, это вам не лохи какие-то. С серебряной галочкой. Так. Сейчас сразу 2 отряда разобьем. Смотрите, как это будет выглядеть.
вы заходите им в зад. И вы. Вы заходите сюда, вы спереди. Вот так. Слава богам! Вот так. Видите? Наполнились страхом. Нет. Мы будем продолжать, пока не убьем всех. Напоследок продудим в гонг, в рок. Слава богам! Да, это победа. Да, это победа. Безусловно, дело их рук, а не простых смертных. Отлично, мы одержали чистую победу. Кажется, я научился правильно вести битвы. Занять поселение, конечно. Фермон наш! Фермон наш, ребята! Так, давайте сохраним игру. На всякий случай. После такой-то победы греческие города, агент разоблачен. Ах ты, засранец. Шпионишь за нами? Так, три отряда. Переобучение. Эх, жалко, нельзя македонскую конницу переобучить здесь. Так, кузню построим. Лариса, ремонт стены. Конечно, ремонт. Фессалоники. Так, корабли можно переобучить. В принципе, все. Вот с Афинами что делать? Налоги снизить? А то там что-то с порядком не в порядке. С общественным порядком беда. Так, два отряда и таран. Ну-ну. Мы ваш таран подожжем и все. Так, давайте вот здесь высокий поставим. А там, может быть, и снизим. Пока пусть так стоят. Денег совсем нет, вы посмотрите, один золотой динар у нас. Это где у нас? Ага, Афины. Двумя отрядами пытается взять целый город. Ну, ты в своем уме? Ты просто конченый, что ли, какой-то? Ты что, действительно думаешь, что ты возьмешь наш город? Одним отрядом гоплитов с тараном и всадниками. Заря, зловещая и страшная. Да у нас здесь застрельщиков. Куева уча. Так, Shift 1, давайте. Нормально сначала встанем. Ой, да господи, достали. Ой, короче. Достали. Так, первый отряд. Пентастов. Вот сюда. Отлично. Теперь сюда. Теперь вот сюда. Влево-вправо, влево-вправо. Так, еще один отряд. Куда вас разместить-то? Так, ну, давайте сюда тогда. А вдруг он пробьет стену? Ворота, вернее. Я не думаю. Да, все. ГГ, изи. Ты че, конченый, блин? Вообще, блин, дурачок.
Побеждает терпеливый. Видишь, что написано? А ты не можешь потерпеть. Не можешь нормально войска объединить свои. Все, иди домой. Гуляй, Вася. Переобучение. Так, объявлено объявление фракции. У нас совершеннолетие опять. Казармы. Стройте казармы. Нам нужны войны. Так, ты у нас 39 лет, а тот 16, да? Что у нас тут по древу? А, у него единственный сын еще есть, да, живой. По этой ветке. Вот он, этот 16-летний девакл, или как там его. Починка завершена, набор. Дипломатические сведения. Египет с Нумидией воюет. Парфия и Понт объявили о своем союзе. Так, кстати, Египет, что у нас тут? Ваша честь. С вами я уже все, да? Ну давай, иди в Африку. Да, мой повелитель. Может, встретишь кого-то? Да, мой поторгуем. Повелитель. Ходы сделаны, господин. Так-так-так, Лариса. Белозора. И Салоники. Переобучаем. Так, просто по городам пройдемся. Посмотрим, что можно нанять, что построить. Афины. Очень высокие налоги поставим. Так. Очень высокие. И Лариса, давайте тогда снизим до нормального. Так-так. Надо кого-нибудь нанять, я думаю. Только кого? Ладно, дождемся, когда у нас будет больше денег и больше воинов. О, у нас тут осада порта. 16. Тут непонятно сколько, но один отряд, да? Ну, сейчас мы переобучим, наймем корабль. Мы уже наняли и дадим им просраться, так сказать. Так, сохраняем. Ну, это все мы сделаем в следующей серии. А на сегодня все, дорогие мои друзья. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Всем пока.